відганяє моторошні думки про те, що сьогоднішній виступ може стати для неї останнім. Пісня сара, мені хочеться якісь штучки придумати, розумієте, щоб цікаво було. Не, все хорошо, ребята, все хорошо, но начинается волнение какое-то странное. Да? У вас тоже? Вы на руки слова написали, да? Да, я написала слова. На всякий случай, не забудь. Вы знаете, чтобы быть уверенной все-таки, не сбиться, я постараюсь обыграть это органично. Я не имею права распыляться. Я должна вся сконцентрироваться. Я же сейчас живу только ради вот этих моментов, когда я вот здесь, на X-факторе. Це вже зупинилась. Дякую. Да, Альонка. Загралась, конкретно загралась. Чуть-чуть, да. Залізав театр. Я знаю, що тобі театр там скільки, що ти можеш бути ким завгодно можеш бути. І в цьому проблема, Альонка. Мені так кажется, що вот именно только потому, що ти ко всьому относишся к игре і к собственной кар'єрі в тому числі, наверное, может быть, эти годы так и происходят. Якщо дасть Господь Бог, ми будемо далі працювати, ми над цим попрацюємо. Я буду робити все, що ви скажете. Дивись мені. Дякую. Дякую вам дуже. Спасибо, мальчик. Нет этого ощущения, что человек вот пришел вырвать свой билет в жизнь, понимаешь? Ты там зажгла нехило. Реально, ты там... А я решила просто поиграться, и все. Думаю, наигралась. Серьезно, серьезно, хорошо.